многие люди говорят, что во всем виноват мэр, плохо очень подготовились к зиме, подготовили плохо сети. Вот вы сами, как специалист, скажите, в чем причина вот такого коллапса? Мокрый снег и ветер. Сети были нормально подготовлены. Просто опоры и провода не удерживали нагрузки от налипания. Расскажите, пожалуйста, как, в каком режиме работаете вы и ваши коллеги все вот эти дни? В аварийном режиме. Работаем по 12-14 часов в сутки, а то и больше. Без выходных уже давно. Ну, разрешите от имени многих ахинцев вам и вашим коллегам передать большое спасибо за работу. Спасибо вам большое. Ну, наша работа, мы ее выполняем. Нам от нее никуда не деться. В данный момент работает поселок Дамир, это бывшая УЖД, улица Карла Маркса, частный сектор. Совершается обход по линиям также в поселке Дамир, чтобы понять, какая ситуация, и направить дополнительные бригады. Совершается обход по поселку Ихаби, тоже определение мест повреждений. Поселок Лагури осматривается партизанский поселок, чтобы определить уже конкретную работу, которую необходимо выполнить. В каком режиме работают все эти дни ваши коллеги, вы лично? Я и мои ребята, ну, по 3 часа, по 4 сна и все. То есть мы в 4, где-то в 3 уходим домой, и в 8 утра мы выходим на работу опять. Многие ахинцы сейчас говорят, что плохо подготовили город к зиме, виноваты власти вот в этой ситуации. Что вы думаете по этому вопросу? Город подготовлен в рамках финансового бюджета, который был заложен. То есть программа выполнена, а кто виноват? Виновата стихия. Такого в Ахинском районе, в моей практике 20-летней, давно уже не было. То есть здесь это стихия.